конечно, на самом деле, я всего лишь запер себя в своем собственном склепе. Последние два дня сигналы с остальных постов приходили все реже и реже. Вот уже несколько часов, как больше вообще никто не отвечает. Я примирился с мыслью о кончине. Но как бы мне хотелось, чтобы, встречая ее, я не был бы один. So the Russians found some kind of portal that transported them to this planet. And then things went terribly wrong. Вирус распространяется все быстрее. Все попытки сдержать.
Не следуй за мной! Either a vivid hallucination, or I'm not alone on this planet. Несмотря на нерешительность наших ученых, я увеличил выход энергии генераторов тока на 200% без всякого заметного влияния на окружающую среду. Скорость размножения видов, называемых нами «зеленый огонь», кажется достаточно высокой. Time for some serious jetpacking.
Thank you.
Нам очень повезло, что по прибытию на эту планету здесь уже существовала сеть устройств, способных обеспечить все наши потребности в электроэнергии, невзирая на странность их внешнего вида и строения, которые мы выставили.